fucking jump. Здравствуйте всем, приветствую вас на канале Just Play, и мы продолжаем наш день задрота, пока Макс пошел хавать, ну он же Картер. Мы пробежимся с вами еще боек. Я-то уже поел, тыкать мне лень. Так, блин, таракановский форт, но, к сожалению, дедматч. Ну, ничего. Будем стараться нарезать фраги. Кто тут против нас? РЛСы какие-то. Один из васпов. Ну, не знаю. Попробую справиться. Да, блин, вот не знаю, думаю, может как-то переработать себе калаш. Просто вот у меня сейчас он на минус 10 отдачи, плюс 10 скорострельности и плюс 12 скорость перезарядки. Я думаю, может что-то себе изменить, сделать себе там урон, бронебойность, скорострельность оставить, если так попробовать. Отдыхай. Ой, не попадаю. Чего не знаю. Тут все бегает. Ай, зараза. Выхлопщики эти. Так, парень накипил. Отдыхаем, ребята. Ай. Так, нет. Фигово дело. Так, прикрыли. Так, ну здоровья у меня немного. Думаю, лучше, наверное, будет вернуться на базу, да пополниться. Патроны тоже на исходе. Так, ну 11 человек успокоил. Это хорошо. Так, мы ведем, мы с приличным отрывом. Так, фриц у нас что-то стоит. Мы же выкинуло. У него после этого патча проблема с игрой. Так, это наши. Нет, там не только наши. Успокойся. Да, у фрица вылеты, к сожалению. Да.
Там аномалия мне помешала убить врага, как-то из-за ее искажения чуть не очень его видел. Так. Здесь мне уже никто не помешал. Да, ну как-то ты меня быстро уработал. Да тут бронебойность у людей. Я смотрю, никто, блин, как я. Ну и Картер, в том числе, не ставит тебе на АК-12 уменьшение отдачи и скорость перезарядки. Так, а там, кстати, у нас парень с выхлопом, походу, да? Нет? Так, что, гранаты мне тут прилетают немного. Еще вылет у фрица, ну что ж такое. Та, блин. Ну ладно. Убил так убил. Да, тормозило или мне показалось, короче, не убил никого. Да, действительно, вот оставить себе скорострельность плюс 10. Вот я хочу попробовать. И. И поставить это. Так, ого. Да как ты, блин, меня через траву увидел и все. Убейте его, пожалуйста. Чё, я рак не могу. Наконец-то. Вот, да, говорю. Скорострельность оставить. И сделать себе урон и бронебойность по плюс 5. Чтоб калаш был чисто убойный. Скорострельный и убойный. Просто отдача на нем и так небольшая. Да плюс у меня еще на перчатках и все равно минус 10 стоит. Да и разброс от бедра у меня минус все стоит. Ай-ай, ну... Парень, ну чё ж ты, блин, выбежал, спрятался, мог бы прикрыть. Ты с ВХ? Это тут кому? Ну, наверное, не мне. Блин, не провожу. Фриц, а ну, вали его там, как-то. Да ну, Фриц, как так? Блин, здесь где-то кто-то был. Да, короче, я лазил без понтова. Ладно, пофиг. Чё-то я как-то расслабился. Да ну блин, ну я знал, что он где-то там. Ни хера не увидел, побежал себе. А он меня выпас. Да ну куда ты, блин?
Ай-яй-яй. Ладно. Да вы задрали, ребята. Так, Крис, там тих, станок. Чё-то я как-то никак. Сейчас я тебя завалил, урода. Я уже там заколебал. Я, блин, то бегу, то стреляю. Неопределенное, короче. Вообще что-то подтормаживает. Ну, подтормаживает, скорее всего, пошел, блин. Все строчат, это нормально. Ай. Да-да. Господи. Ну да, да, вот люди все там на бронебойных, на дистанцию, и... но никто не ставит себе отдачу. Короче, наверное, надо будет все после этого боя. И кони, парень. А, как ты умер, тебя убили, да? Ладно. Вот ты видел, да, что это слышно, да? А, блин, а у меня и гранат как раз какие-то нет, да? Ах ты ж! Блин, я просто думал, они все уже туда, в сторону нашей базы отправились. Тут один снайпер остался, но нет. Его прикрыли.
Ладно, хорошо. Так, птица опять вылетел. Отдыхай. До конца боя. Хотя до конца боя полминуты осталось. Так, ты меня тогда убил. Я мстить люблю. Так, кто-то пишет, пишет активно. Так, снайпер, ну, я должен был тебя достать. Все, победа, так, штаны следопыта. Вообще такое. Ладно. Ну, бабки. Нормально пойдет. Так, ну блин, плюс один по рейтингу всего. Че так мало? Но зато денег 24 тысячи. Это хорошо, это пойдет. Так, ну что. В принципе, бой можем заканчивать. Макс, я думаю, уже поел, насытился там. И мы будем продолжать наш день задрота. Дальше уже вместе. Надеюсь, вам все понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока и увидимся в следующей серии.